Железнодорожную станцию на верхней террасе каждое утро готовят к приходу людей. Раскладывают новую партию одноразовых масок и перчаток. Включают ультрафиолетовую лампу для дезинфекции воздуха. Измеряют температуру сотрудникам. Совместно с представителями транспортной полиции и медицинскими работниками регулярно проводятся профилактические рейды. Для безопасности посетителей вокзала помещение вокзала оборудовано бесконтактным диспенсером для обеззараживания рук. Также проводится дезинфекция помещений с обработкой контактных поверхностей. Также помещения зала ожидания оборудованы обеззараживателями воздуха. Большое внимание уделяется здоровью не только посетителей вокзала, но и рабочего состава. В административном корпусе открыт медицинский кабинет. Здесь ведется учет состояния здоровья машинистов, их помощников и других работников железной дороги. Сотрудники железной дороги, согласно всем правилам и требованиям, проходят обязательный медицинский осмотр. Помимо стандартной алкометрии, измерения пульса и давления, им также обязательно обрабатывают руки и измеряют температуру. Также приходим, обрабатываем руки, одеваем перчатки. У нас тетрадь для измерения температуры. Каждый день записываем. Утром у нас график работы разрывной. Утром приходим, измеряем, и вечером также. То же самое. Все у нас ведется запись. Потому что мы можем тоже сами заболеть. На полу в залах ожидания вокзала нанесена разметка, которая напоминает людям о необходимости соблюдать дистанцию. Кресла, дверные ручки, окна регистрации ежедневно дезинфицируют. Обрабатывают и сами вагоны. В случаях нарушения мер предосторожности, социальной дистанции, неиспользования индивидуальных средств защиты, сотрудники полиции делают предупреждения гражданам. На регулярной основе проводятся профилактические беседы во избежание дальнейших нарушений. Если отклонение от правил фиксируется неоднократно, нарушителю выписывается административный штраф. Александра Никитина, Владимир Куликов. Новости Улправда ТВ.